Что необходимо сделать, чтобы бизнес процветал и приносил плоды? Этим вопросом задаются многие предприниматели, особенно начинающие. Сбербанк совместно с компанией Google создали уникальную программу «Бизнес-класс», которая отвечает на волнующий вопрос и даже больше. В центральном офисе банка журналистам, блогерам и молодым бизнесменам показали контент программы и рассказали, как им грамотно пользоваться. Программа является бесплатной. Проходит полностью в онлайн. То есть сделано специально для того, чтобы, собственно говоря, каждый человек мог ее воспользоваться. Фактически все, что нужно инвестировать – время. По мнению специалистов, на обучение достаточно уделить 3 часа в неделю. В программе нет никаких сложных формул. Она включает в себя видеоуроки, тестовые задания и вебинары на познание 5 месяцев. Курс состоит из 8 модулей и 4 очных мастер-классов, которые проведут в Владивостоке и Хабаровске. В каждом получается модуле несколько видео. После каждого видео идет тест. Помимо тестов есть еще материалы, это что-то вроде конспекта. И помимо конспектов есть еще практическое задание, которое вы уже непосредственно берете, скачиваете и выполняете. После выполнения всех заданий участников ждет экзамен. Если достигли результата, новый этап. Наставничество и встреча с опытными экспертами уже в режиме реального времени. Для того, чтобы начать курс, необходимо зарегистрироваться на сайте до 15 мая, а уже с 16 начнется процесс обучения. На сегодняшний день около 3000 участников со всего Дальнего Востока уже готовы впитывать новые знания. Стоит отметить, что программу создали не только для предпринимателей, а для всех людей, которые хотят развиваться. Самое главное, что человек получит, это новые знания. Вот. Новые знания, которые позволят ему либо что-то кардинально поменять в своей жизни, либо улучшить текущие процессы, вот, и применить их, собственно говоря, в любой области жизни. Также каждый прошедший программу получит электронный сертификат, подтверждающий участие в бизнес-классе. Остается еще раз отметить, что это исключительно социальный проект, и от участников требуется лишь желание и немного времени. Тогда бизнес будет процветать и приносить плоды. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.